субботу в Самарской области пасмурная погода. Местами пройдет небольшой дождь. Температура воздуха днем +1, +3 градуса, ночью 0, +1. Ветер преимущественно западного направления. Скорость 1-2 метра в секунду. В Сызрани пасмурное небо. Днем +3 градуса, ночью +1. Западный ветер 1 метр в секунду. В Тольятти пасмурно, осадки в виде дождя. Днем +2, ночью нулевая температура. Ветер западного направления 1 метр в секунду. В Самаре облачно, утром возможен небольшой дождь, днем +2 градуса, ночью нулевая температура, ветер западный 1 метр в секунду. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 88%, геомагнитное поле слабо возмущенное. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом gizmeteo.ru.